Добрый день, уважаемые садоводы. Прошло несколько дней, точнее полторы недели, 10-12 дней. К сожалению, я тут не написала, но знаю, что это больше недели уже стоит. И смотрим, как укореняются черенки под стрич-пленкой. У нас вот так вот в кассете и в общей чепашке традисканция. Как видите, внешний вид неплохой. Мы ее закрыли и не открывали все эти дни. Чуть-чуть листочек где-то уже есть подпревший. Но, по сути дела, я его должна была намного раньше открыть, проветрить. Но я запаковала, оставила и больше не трогала. Так, коренение. Вот смотрите, корешки есть, земля сухая, очень сухая. Ну, я говорю, это мое упущение, что я так поздно открыла их. Надо было где-то через дней 5, недельку. 10 дней – это много подстричь пленкой. Но то, что есть результат, вы видите. Все бодренькие листики, стволики, все корешки. У всех черенков есть корешки, даже воздушные. Вот. На пересадку срочно, тем более они очень плотно тут посажены. Такая посадка черенка. Только если вы вот буквально черенок укоренился, и его надо пересаживать. Очень долго так нельзя держать. Вот. Любой черенок возьмите, все они с корешками будут. Ну, есть внизу листик подпревший. Кассета. Даже отсюда видно, что немножко есть подпревший листик. Говорю, еще раз повторяюсь, но время на то, которое я оставила, это неправильно. Неделя, 10 дней, это много. 5 дней. Надо было открыть, посмотреть, проветрить. Но все равно видно. Вот, 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 новая поросль пошла прям. Это у меня были обрезки промежуточные. Сейчас посмотрим. Корни есть, и с пазухов пошли новые побеги. Вот видите, маленькие есть. Так. На посадку. Вот видно прям. Корень только-только вот образуется, но побег пошел уже. Где-то больше корешочки, где-то меньше. Смотрите. О, и вот даже расскажу. Я, как видите, его неправильно поставила. Вот тут вот макушка была. Побег туда пошел. Я его поставила нижней частью вверх. Корни все равно пошли, дались. Только боковая почка, вот она пошла сразу, как она положена вниз. Потом при дальнейшей посадке она вывернется и будет нормально расти. Вот, видите, когда правильно поставили, побеги все кверху идут, корень вниз. Результат виден, что под стрич-пленкой создается микроклимат, и черенки хорошо укореняются. Удачных посадок!